расширенных, вот там вся в трещинах она. Ямки, пробоины. Дырочный ремонт – это никуда не годно. Потихоньку лучше становится. Нормально, ездить можно. Муслимова, под мостом там грузовики ездят, что-то добывают. Все разбили, ничего не делали. За две недели обращения на сайт Минстроя написали более 300 жителей. Половина жалоб на дороге Челябинском. Все заявки уже рассмотрены и взяты на контроль. В этом году на областные дороги и трассы потратят приличную сумму. Если говорить о финансировании муниципальных образований, то в Челябинской области выделено в прошлом году 3,5 миллиарда рублей на муниципальное образование. В Свердловской области 1 миллиард 835 миллионов рублей. Курганская 705 миллионов рублей. И вот и Ханты-Мансийскому автономному округу 1 миллиард 946. То есть мы тоже являемся в этом лидерами. Трасса Челябинск-Хорлушим. Дождя нет, поэтому сейчас работа кипит, как и асфальт, температура которого 150 градусов. Эту дорогу начали строить 2 года назад. Сейчас укатывают второй слой асфальта. На дорогах, по которым ходят тяжелогрузные самосвалы, одним слоем не обойтись. Тип капитальный, в связи с чем, то, что применяется, усиленное основание, цементно-бетонное основание толщиной 20 сантиметров. И слой, два слоя, нижний и верхний, 10 и 7 сантиметров. Технологию капитального строительства соблюдают строго. Чтобы асфальт встал, как говорится, намертво, нужна битумная прослойка, четкий температурный контроль и лабораторная проверка качества всех смесей. Эти железобетонные трубы закладывают в самый низ, чтобы они пропускали через себя всю талую дождевую воду. Именно благодаря ним вся дорожная насыпь затем не размывается. А в Снежинске уже приступили к ямочному ремонту. Латать ямы и запечатывать дыры дорожные строители начали с одной из центральных улиц. На ремонт дорог из городского бюджета выделено 2 миллиона 300 тысяч рублей. Асфальт, который укладывают рабочие, привозят из Челябинска. Без потери качества, считает прораб Юрий Силаев. На ямочном ремонте именно в городе Снежинске данная бригада работает более 7 лет. В прошлом году наша именно организация отработали, и ни одна яма не пострадала, именно которую мы укладывали. А как отработают дорожники на участке Челябинск-Хорлуши, специалисты Минстроя проверят в августе. Затем начнется капитальное строительство на Аргаяшской, Кыштымской и Тюбукской трассах. Ульяна Любимова, Ольга Марфенкова, Тарас Любимов, ОТВ.